Фосагро-школе номер 5 Кировска состоялся день открытых дверей. На профориентационное мероприятие пригласили учеников 9 классов общеобразовательных учреждений города и их родителей. Гости узнали, какие есть преимущества обучения в Фосагро-классе и как он может помочь будущим выпускникам сделать в жизни профессиональный выбор, о котором не придется жалеть. Перед началом мастер-классов по физике и химии, математике и информатике ребят разделили на несколько команд. Каждая из них отправилась в увлекательное путешествие в мир опытов, логических задач и вычислений. Здесь мы чем удивляем? Мы показываем определенные мастер-классы, то есть это не уроки. Это буквально дети разбиваются на группы, и по 10 минут в каждом кабинете они самостоятельно с помощью наших старшеклассников 10-11 классов проводят некоторые опыты, какие-то практические задания выполняют. У учеников фосагроклассов есть возможность участвовать в различных развивающих тренингах, встречаться со специалистами предприятий в рамках профориентационных мероприятий и посещать площадки ведущих вузов страны. Многие ребята уже определились с будущей профессией, уверенно идут к цели и знают, чего хотят добиться в жизни. Мне очень понравилось в кабинете физики, потому что там были формулы всякие, интересные интерактивные задания. О преимуществах работы в фосагрошколе от своих коллег узнали и сопровождающие детей педагоги. Заинтересовали их, например, программы повышения квалификации, реализуемые не только в Мурманской области, но и за ее пределами. И, конечно, учителя школ Кировска отметили перспективы, которые фосагроклассы открывают перед своими выпускниками. У меня мой класс 9, выпускной класс, и они, конечно, сейчас стоят перед выбором, куда идти, в какую школу идти. Кому-то нужен химико-биологический класс, кому-то нужен физмат-класс. И вот как бы это мероприятие помогает им определиться и сделать правильный выбор. Благодаря профильному уровню подготовки ученики фосагроклассов чувствуют себя уверенно при поступлении в вузы, легко адаптируются к новому статусу студента. Но главное, ребята уже со школьной скамьи знают. Их ждут в кировском филиале АО «Апатит» и на других предприятиях группы компаний «Фосагро». Основной костяк, который складывается непосредственно с нашей фосагрошколы, ребята, которые желают поступить и проходят соответствующее собеседование, все поступают. Мы готовы расширять возможности, даже рассматриваем возможность открытия второго класса. Для учеников фосагроклассов дополнительной мотивацией хорошо учиться является стипендия. Чтобы стать частью этой дружной компании, ребятам из других школ города необходимо успешно сдать экзамены, в том числе по профильному предмету, и получить не ниже 4 баллов. Средний балл в аттестате тоже должен быть на уровне 4 балла и выше.